Анастасия Волочкова и Ксения Собчак знакомы более 20 лет. Когда-то они были в одной тусовке. Обе молодые, полные силы и энергии. Телеведущая и балерина всегда соперничали. Они пытались завоевать внимание самых влиятельных мужчин, а также стать главной светской львицей нулевых. Спустя годы Ксения и Анастасия постарались забыть обиды друг на друга. Собчак приехала в гости в роскошный дом Волочковой, где они за бутылкой вина обсудили некоторые истории прошлого, а также спорные вопросы. Она устроила Ксении настоящую экскурсию по жилищу. Анастасия Волочкова сама приобрела особняк на Новой Риге. Как признается балерина, буквально последние средства на тот момент она вложила в это жилище. Бывший муж Игорь забрал 3 миллиона долларов. Он мог ранее рассказывать, что угодно, но на данный момент он не дает ни копейки. В итоге, я тогда уже так измоталась, хотелось своего. Я покупала так, 750 тысяч долларов и 54 миллиона рублей, рассказала Волочкова. Сейчас ради дочери Анастасия старается общаться с бывшим мужем, хотя у нее и остались на него некоторые обиды, но больше всего претензии Волочкова предъявляет своей матери, Тамаре Владимировне. Родственница до сих пор не может простить Насте ее успех в 2000-х. В какой-то момент я сказала ей, хватит. Оставайся просто моей мамой и не лезь туда, где ты не знаешь, что нужно делать. Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. Она меня с Сулейманом развела. Этого я не могу ей простить. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, не стала. У нее не сложилась карьера, рассказала Анастасия. К счастью, отношения Волочковой с дочерью Ариадной складываются удачно. Девочке сейчас 13,5 лет. Иногда она ведет себя достаточно дерзко, но Анастасия справляется. Я не стала повторять ошибок моей мамаши, которая постоянно вмешивалась в мою жизнь, лезла все время. Мы общаемся, но так, она живет отдельно, в Питере на гонорары. Она сама себя обеспечивает, призналась Волочкова. Рассказывая о Тамаре Владимировне, Анастасия становится жесткой. Теперь ее не устраивает, что родственница пытается настроить Ариадну против нее. Меня предали мать, дочь и бывший муж. Мать пользуется моей дочерью. Она зомбирует ее. Мама стояла возле лестницы и говорила мне, что сделает все, чтобы мои отношения с дочерью были хуже, чем наши с ней отношения. Я ей сказала, собрала свои вещи и уехала. Бабушка, конечно, настраивает Аришу. Говорит, что для меня только мужчины важны и все, заявила звезда балета. Анастасия Волочкова считает себя достойной женщиной и звездой балета. По словам экс-артистки Большого театра, она никогда не считала себя фриком и не вела себя наигранно. У меня все роскошно, роскошный особняк, роскошный Майбах, прекрасная дочь, профессия, которой я занимаюсь и могу гордиться. Это то, чему ты завидовала всю жизнь и продолжаешь делать это всю жизнь, заявила Волочкова в интервью Ксении Собчак для ее влога.